Так, ну традиционно все мастерские в городе отказались вот это вот исправлять. То есть у нас тут что есть? Сломанное крепление под вибрейк. Сейчас будем чинить. Слушайте, ну я уже минут, наверное, 5 потратил, чтобы резьбу нарезать и отрезать всю эту фигню. Еще, наверное, минут потрачу, чтобы закрутить. Че, по красоте клиент, наверное, сам подкрасит. Хотя что-то ржаветь даже не будет. Сейчас намажу литолом, солидолом и ништяк. Ну вот 15 минут, все готово. Сколько? 200 рублей за замену, 100 рублей за эту штучку. И, наверное, кощунство будет брать еще 5 рублей за винтик. Метист дорогие, с другой стороны, не знаю. В общем, короче, все работает. Не считая того, что колесо кривое, оно не правится, потому что это у нас какая-то хрень. И, соответственно, у нас ничего не тормозит, потому что у нас обод крашеный, это шестерн, и колодки уже забиты краской. То есть работать нормально этот тормоз тормозить он не будет, к сожалению. Вот он как бы схватывает, отходит, расходится, все офигенно. Но свою функцию основную он, конечно, не выполняет. Очень жаль. В общем, 300 рублей за 15 минут. Не знаю, чем мастерские отказываются от такой работы.